Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Юсан и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Троллинг прятки в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. И вы, конечно же, прекрасно знаете, что сейчас нужно делать, влепить огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Набираем по 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что новая серия троллинг пряток выйдет как можно скорее. Побежали. И да, знаешь, у нас какой сегодня челлендж? Правильно, никакой! А почему у нас нету никакого челленджа? Потому что, ребята, вы говорили то, что челленджи вам надоели. Я читаю все комментарии под своим видосом. Я видел то, что многие возмущались, то, что фу, челленджи говно! Фу-фу, челленджи параша! Фу-фу-фу! И поэтому, ребята, мы к вам прислушались. Держите серию вообще без челленджей, просто чистенькие троллинг-прятки. Ребята. А сегодня у меня карта будет небольшой такой концерт, как вы уже видите, или какое-то представление. Я спрячусь в самом необычном месте. Я надеюсь, что Жека меня вообще не сможет найти. Ребят, влепите лайк, подпишитесь на канал прямо сейчас, если вы еще не подписаны. А мы погнали! Мы погнали! Давайте бежим к Евгению, пройдем его тролленько, потом вернемся на мой. Потопали, потопали. А ну что, Евгений! Браху, проходи на мою карту, подожди, последние секундочки. Я тебе хочу сказать, ты меч взял? Взял, значит? Да, я все взял, все есть, все готово. Вот. В общем, Эдисон, тут такие дела, тут, короче, видишь, блоки всякие различные. Я в них могу спрятаться. Вот. Я тут, собственно, спрятался, это меня. Как в смысле блоки различные? Я что-то не понял. Вижу печка, верстак, печка, ведро. В смысле? Ну ты сейчас в печке, ты понимаешь это? В смысле в печке? А ты паскуда! Так, хорошо. Поджаришься сейчас. Да ничего, ага. Не поджарюсь, ничего да такого не будет. Да нет. Ничего не будет. Так, тут ничего нету. Опа-на! Я нашел алмазик. Что это такое? Нашел алмазик? Да. Хорошо, это на самом деле ты молодец, что нашел алмазик, да? Потому что он тебе пригодится. Да, он тебе пригодится, если он тебе пригодится, поэтому ты молодец, что его нашел. А что тут кирка валяется? Это что-то странное на самом деле. Это вот в верстаке там кучу всяких. А, все понятно, да, все понятно. А ты так, хорошо, я так понял, что я ничего не понял. Так, хорошо, идем сюда. А что это такое? Это ведро, да? Типа ведро. Это ведро с водой, Ведро с водой, только воды тут нету, вот в чем. Да, только воды тут нет. Ай! В смысле невидимые блоки? Это вода такая, понимаешь, вода? Какая вода, невидимые блоки, это нечестно так, Жека. А там... Нет, ну я тебе сразу скажу, это нечестно. Нет, ну я тебе сразу скажу, что я знал, что это скажешь, но я не ставил NPC вовнутрь этих блоков, они лежат там. Так вот, я вижу одного NPC, который внутри этого блока. Прямо сейчас. Значит, не я, но это, видимо, я случайно поставил. Прямо сейчас, вот передо мной. Евгений. Ну, значит, это не я. Потому что я не спрятался внутри блока. Ага, ну хорошо. Ну, ты, конечно, врунишка, я тебе так скажу. Ты мне веришь? Да нет, совершенно нет. Ну, умирай ты! Так, хорошо, это не ты. Это, да. Холосё. Ай! Иди сюда, я не запрыгну. Вот это, ага, ага. Сюда я тоже не запрыгну. Не запрыгну, ага. Шо? Ага. А ты посмотри, там... Я умираю. Там на самом деле со всех сторон верстак обустроен. Я умираю. Да? Да. Тут еще и ТНТ есть, это вообще не работает. А, еще и ТНТ есть, да, еще и... Да, вообще. Ну ты, конечно, спрятался так себе, я тебе скажу, все это нечестно. Короче, Эдисон, смотри. Опа-на! На самом деле, я позабыл кое-что сделать, а на самом деле тебе нужно было кинуть алмаз, но ты его так как нашел, поэтому все нормально. Логическая карта, логическая. Ты внутри верстака, я правильно понимаю? Да, я внутри верстака. Ну что, ты там меня ищешь? Ты меня там ищешь в верстаке? Да я тебя ищу, только тут непонятно. Ты вообще, в принципе, опа, это что такое? Ага, посмотри, я поставил вон тут сундук на... Или что это такое? Непонятно. Что там такое? Ой, что там такое? Что там? Это не я, это не я. Это нет! Да нет! Да какие крипер-бар! Эдисон, ты меня нашел, как бы, ты меня убил, смотри. А, и ты меня убил, это ничего? И тебе всю эту карту перестраивать! Это не важно. Чего-чего? И тебе всю эту карту перестраивать! Ну шо, Эдисон, я бегу на твою карту, устремляюсь в бой. Ну ты давай, ты беги, потому что надо бежать, потому что у меня карта интересная, интересная у меня карта, понимаешь?
Так, ага. Что-то на самом деле подобное ты уже делал, да? Там, да, что-то, я не знаю. Похоже. Это концерт, типа какой-то концерт, понимаешь? Ты пришел на концерт. Это не Майкл Джексон? Нет, это не Майкл Джексон. На этот раз это не Майкл Джексон. Нет, это не Майкл Джексон. Так, тут какие-то стоят пианины, пианино. Пианин, я играю. Да, это даже не концерт, это спектакль, понимаешь? Спектакль. Театр! Спектакль? Спектакль. Слишком много реквизита, слишком много. Да, ну, а что поделать, а что поделать? И что самое главное, да, Жека, я тоже рад, что мы сегодня играем вообще без челленджей, потому что чистенький такой троллинг, это круто. Надо делать. Тут у тебя есть тут проблемка, на твоем спектакле сидит корова, но это тут как бы всем можно, свободный пропуск, знаешь. А, ну, я понял, про спектакль для коров. Да, да, для всех. Ну как бы, да. Тут у нас нету никакой дискриминации, могут и животные приходить, и насекомые, и люди, все, понимаешь? Да, нормально. Да, так, вот. Я на какой-то синей машинке еду. Да. В жопу эту синюю машинку. У него с грузовиком какие-то проблемы. А, небольшие. Это все нормально. Грузовик там припаркован в нужном месте. В нужном месте все у нас стоит. Там, да. Эти мотоциклы тоже. И мотоциклы. Мотоциклы навалили на кучу. Я не виноват. Люди дебилы, понимаешь? Это не я. А, да нет, на самом деле это спектакль. Это все подстроено. Все реквизиты. Реквизиты. Так, вот эти вот твои личинки, которые ты ставишь по бокам карты, они мне не нравятся. Да? А я тебе там подсказал. А я ничего не ставил там. Там тут личинка стоит. А так нет, это тебе показалось. Там ничего нет уже. Там да нет, как бы. Да нет, там это... нет, там ничего нету. Да я его уже как бы скинул, она в воду улетела. А, ладно. Хорошо, я тогда поплаваю, хорошо. Спасибо. Да, конечно. Спасибо. Не, ну если это ты, то нахрен я не поплыву за тобой. А ты давай плыви. Да не. Так, хорошо, деревья и какая-то вышка, надо залезть на вышку. Деревья, вот там у меня две вышки, я тебе дам подсказочку. Я сейчас её грохну. На одной вышке ты сможешь найти парашюты, понимаешь, парашюты. Зачем тебе парашюты, чтобы допрыгнуть на сцену, на крышу, потому что ты не сможешь туда забраться другим способом, понимаешь? Ну, ты, конечно, вообще тут намутил. Да. Так, ага, где, я залез на эту вышку? А, все вижу, тут без парашюта можно. Да, ну давай без парашюта. Может без парашюта. Только не умри, там не умри, Жека! Да я не умер, вот. Включи день, пожалуйста, Так, таймсет 0. Так, подожди, тут что становится интересно. Тут лежит куча НПСов, и что-то еле бегают My Little Pony всякие. Пони. Пони на крыше бегают, это что, вообще тю-тю? Какие пони? Какие пони, боже. Ой, что-то с вертолетами непонятно какая-то дичь. Так, подожди. Так, зная тебя, тут должна быть какая-то такая дичь. Ну тут, понимаешь, все пока что выглядит слишком просто. Вот сейчас я должен найти какую-то дичь в своей карте. Должен. Дичь. Объясни, что ты подразумеваешь под словом дичь. Ну, это типа такое? Как с тыквой было, вот что-то типа такого. А, дичь. Вот я вот не верю, что ты вот эти вот бронька, вот эта вот деревянная, вот ее не прям вот сюда. Слишком как-то банально, да, банальщина просто, банально. Да. Я ж банально не прячусь, да. Ты все правильно понимаю, все правильно. Так, подожди, тут у нас как бы такие, что я залез на. Где ты говоришь еще парашют, я еще не могу. А вот там, на вышке, да, есть. Я на обоих вышках был. А, ну там просто есть сундучок, который ты, наверное, не заметил. А, понял. Тут даже два парашюта. Так, хорошо. Я хочу порассуждать нелогически. Точнее, нет, просто логически. Смотри, я без парашюта могу допрыгнуть на крышу. Но ты зачем-то все-таки мне дал парашют. Значит, он для чего-то нужен. Для чего? Ну, интересные мысли у тебя. Да, для чего? Я сам не знаю. Так, тут, ну, ладно, раз ты не знаешь, тогда я нахрен спрыгну отсюда. Не, я тебя... А, ты, конечно, дебил. Я тебя надурил. Да. Ну хорошо. Падал Марис, супчик мой. Ай-яй-яй-яй-яй! Кокораган! Так, подожди, мне нужно все посмотреть на сцене. Ну, кого я бью? Ай! Твою мать! А кого я бью, в смысле? Ай, не бей! Больно, не бей! Да не бей! Я не понял, в смысле, что это за хрень, кого я бью? Да твой... Тут чисто невидимый NPC. Да ладно! А ты просто невидимый NPC поставил? Да нет. Не, ну стоп, один-то был невидимый! Его ничего не делал! А все под контролем.
контролем, все под контролем. Так и должно быть, да, что да, все, да, все нормально, все нормально. Все под контролем, как говорится. Так, хорошо, хорошо, подожди. Контролем у него все под контролем. Ну, по-любому сейчас какая-нибудь в картине проход, да? Не, ничего нет. Я немножко... Да твою мать, сраная пианино! Застряла! Застряла! Нахрен этот пианино пошел в задницу! Ай-яй-яй-яй-яй! Плохое пианино, плохое! Так, стоп, подожди, я ничего понять не могу. Камера, камера, камера. Вот я охренею, если ты какой-нибудь... Что ты смеешься? Это не смешно. Это смешно, это очень смешно, я тебе так скажу, по секретику. Не должно быть смешно. Какие-то невидимые НПС он горит. Вообще непонятно на самом деле про чё. Да, в смысле, да, невидимые НПСы. Где? Вот, я фига. А, вот где-то там, да. Вот, я бью. А этот невидимый НПС ничего не делает. Как? Я опять мент залагал. В смысле, нет, я просто бил этого НПС, а потом заметил, что на аквариуме... А, ну вот, залагал Майнкрафт на аквариуме. Я в аквариуме был. Я сидел, а Майн опять залагал, и я стоял. А там можно так прям взлезть в аквариум? Да, вот у меня на видосе посмотришь, я прям в аквариуме сидел внутри. А-а-а, вот в чем фишка была. Ну прикольно, на самом деле. Да, ты меня не нашел, ты меня не нашел, если Майн... Да, ребята, давайте мы... А подожди, а с этими невидимыми NPC ты просто поставил, типа, что они не бьют? Да, да, не, они должны были бить, но непонятно, что там такие... Да я бью, думал, это ты, мой, думаю, что со всех... Я предлагаю Евгению дружно похлопать лагучему Майнкрафту, который опять зависает, который меня опять спалил. Спасибо, спасибо, Майнкрафт лагучий, за то, что ты меня палишь в каждой серии, да. Спасибо. А мы, наверное, будем заканчивать, я так скажу, да? Да, да, мне кажется, нужно заканчивать. Ребята, вы прекрасно знаете, что нужно делать. Ставить огромные пальцы вверх на мой видос. И на вот этого, который улетел. И на видос Евгения. Набираем по 15 тысяч лайков. И сразу же выходит следующая серия «Тролли спряток». Да что ты там орёшь? Вот. Ставьте лайки, ставьте лайк. Да, и нужно подписываться на наш инстаграм и наши каналы. Это самое главное, понимаете? Да. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем. До свидания.